Привет, мои дорогие любители гаджетов! Сегодня я расскажу вам о том, как легко, быстро и эффектно поменять облик вашего любимого смартфона, не теряя при этом юзабилити. Среди миллионов аксессуаров для ваших смартфонов, и в частности для айфонов, есть российская компания, которая выделяется на фоне других. Речь пойдет о такой компании, как Blue Skin. Ребята занимаются разработкой, а также производством фирменных наклеек, чехлов из кожи, дерева и других интересных материалов для мобильных устройств. Причем это не тот ширпотреб, который легко найти где-нибудь на рынке или на AliExpress. Ребята делают свою продукцию не только для гаджетов яблочной компании, но и для наших с вами любимых китайских Xiaomi, Meizu, ZTE, OnePlus и других. Аксессуары Blue Skin изготавливаются только из натуральной кожи и дерева российского, европейского и азиатского производства. Наклейки очень легко нанести самостоятельно, а также легко снять. Благодаря специальному клеевому слою аксессуары надежно держатся даже на круглых гранях различных гаджетов и не оставляют следов на поверхности. Кожаные и деревянные наклейки, а также чехлы потрясающе выглядят на любом устройстве и очень приятны на ощупь благодаря качественным материалам различных цветов и текстур. А их толщина всего лишь навсего 0,6 мм. Так вышло, что ребята прислали нам посмотреть чехол на iPhone SE и наклеечки на iPhone 6 и 6S. Причем из кожи питона для SE и крокодайла для iPhone 6. Сейчас у компании, кстати, на сайте действует бесплатная доставка по всей России. Я буду показывать на примере первого и с чехлом. Ну а если вам будет интересно, как смотрится на шестерке, тогда ставь лайк, и как только соберется 50 лайков, я с вами закажу восстановленный iPhone 6, и мы примерим на него. Хочется рассказать о том, как легко клеится накладка. Это намного проще, чем, например, наклеить виниловую наклейку. Такому человеку, как я, это упрощает сам процесс, хотя и так элементарный. По ощущениям, смартфон сразу меняется. В руке чувствуется текстура, есть такой, знаете, эффект чего-то люксового. Сам чехол сделан из soft-touch пластика, ну а этот материал очень нежен и приятен на ощупь. Может, я сейчас скажу фигню, но, блин, даже пахнет мажорно. До этого я не был знаком с данной компанией, но теперь я их как минимум уважаю. Это по-настоящему крутой продукт для тех, кто в первую очередь хочет от своего устройства чего-то нового, но при этом не хочет менять само устройство. Для тех, кому хочется выделиться, для тех, кто просто любит качественный продукт. Друзья, огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Конечно же, ссылки в описании на товар, обязательно подписывайтесь. Проходите на сайт Gadget Mania, совсем-совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока.